Сегодня с вами культорганизатор социально реабилитационного отделения номер один Тюрина Анна и специалист по социальной работе Анна Пуля. Мы сегодня с вами танцуем русский народный танец стилизация кадриль. Итак, у нас начало идет с того, что мы выходим, мы эту часть пропустим с вами, мы просто покажем, что мы делаем. И мы начнем дальше. То есть то, что мы выходим, это мы вышли всем нашим ансамблем в одну линию. Локти вперед, грудь наверх, плечи по возможности вниз. Значит, мы делаем следующее. Левая шаг нога делает, правая разворот пяточкой. Пяточку показываем. Стоим на пятке. Шаг представляем. Теперь левая снова шаг, правая пятка. Правую ногу представим. И таких у нас 8 штук будет. За эти 8 штук мы должны перекрыть друг друга. У нас получится одна колонна. Пробуем. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И колонна. Дальше. Следующее движение. У нас будет начинаться с разных ног. Вариант у Анны. Левая нога шаг, правая нога сзади, левая нога рядом и правая пятка. И другую сторону. Раз, левая сзади, правая и левая. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Добавляем руки. Нет, не добавляем. Правда добавлять. Еще сделаем вариант мой. Я уже повернусь к вам спиной. Правая, левая, правая, пятка. Левая, пятка. Правая, левая, правая, пятка. Левая, правая, левая, пятка. Это моя же партия. Мы друг друга перекрываем, как вы помните. Мы сейчас будем расходиться в разные стороны. Я пойду направо, Анна пойдет налево. И мы будем друг другу улыбаться. Посмотрим, как у нас получится. Шаг, накрест, шаг, улыбка. А теперь в другую сторону мы будем раскрывать руки. Шаг, накрест, шаг, руки. Шаг, накрест, шаг. Посмотрим друг на друга. Шаг, накрест, шаг. Руки. Не меняя руки и ноги, мы разворачиваемся друг на друга. Здесь у нас будет происходить следующий шаг. Анну попрошу пока постоять в этом положении. У нас будет движение стоя на диске, которое у нас свободное. Мы пойдем правая, левая, правая, но на этот раз не пятка, а носок. Левая, правая, левая и носок. И делать мы будем друг напротив друга. Значит, давайте повторим еще раз из колонны. И шаг, накрест, шаг, пятка. Шаг, накрест, шаг, руки. Шаг, накрест, шаг, пятка. Шаг, накрест, шаг, руки. Развернулись. Шаг, накрест, сзади. Шаг, носок. Шаг, шаг сзади, шаг, носок. Присели, хлопнули. Два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Обыкновенные ладошки. Как за парты берем руки, но разворачиваем ладонью. Соприкасаемся локоть и ладонь.